Які у вас емоції залишились після матчу? Ну, як... И смешанные. Расстроились немножко. Немножко не хватило, не додавили, наверное. В игре в основное время не хватило чуть-чуть. А что за вас жало на протязі игры забивать? Адже кінець четвертого тайму був з рахунком 0-0. Команда хорошо оборонялась, они играли в оборонительный футбол. Мы доминировали, наверное, старались как-то атаковать больше. Тяжело скрывать, когда команда сидит на своей половине. Вот. Где-то чуть-чуть не повезло. Ну а в конце что? В конце пенальти это просто лотерея. Кто-то лучше ударит, кто-то хуже. Тут чистый фарт уже. Мы хуже ударили, а не лучше. Дякую.